Выполняя контроль исполнения наказов Народной программы партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина совершила рабочую поездку в Звенигород. В рамках реализации проекта «Здоровое будущее» она проверила качество ремонта клинического центра восстановительной медицины и реабилитации, где идет реконструкция операционного блока. Строительная готовность составляет 65%. Здесь разместятся 7 новых операционных. А в рамках проекта «Новая школа» парламентарий ознакомилась с результатами капитального ремонта Введенской школы, который завершили к сентябрю. Ее реконструкция стала одним из ключевых проектов сферы образования Одинцовского округа в 2022 году. Также Лариса Лазутина посетила стадион «Спартак», который был реконструирован к 870-летию Звенигорода. Депутат встретилась с представителями администрации стадиона и тренерами, обсудила с ними актуальные вопросы и ознакомилась с результатами модернизации объекта.